Николай Петровича. Обожжённый на этой сцене главу фракции партии регионов в областном совете Дятлова Игоря Сергеевича. Эти выдающиеся люди делали, делают и будут делать для нашей страны, для вас все, что необходимо, чтобы мы жили лучше на нашей святой земле. С праздником вас! И вместе с почетными гостями на этой сцене гордость Николаевщины. Илья Глаша, бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине, двукратный чемпион Европы. И Александр Статин, олимпийский чемпион первых юношеских Олимпийских игр в Сингапуре. Слава Владимиру Дмитриевичу. Дорогие николаевцы, добрый вечер. И, конечно же, сегодня поздравление с праздником, великим праздником нашей общины, днем рождения, 221-й годовщине, который мы заслужили от наших отцов и дедов. Те, кто сегодня с нами вместе, ветераны Великой Отечественной войны и молодежь. Слава городу Николаеву! Мы гордимся его делами. Мы гордимся тем, что мы выстаиваем те вопросы и отстаиваем, которые необходимы для города Николаева, для ее общины. Можно построить много программ, но выполнить их может только городской совет и городская голова. И община! Без нее никаких вопросов в городе не решаются. И второе. Я хотел бы всех, поздравляя сегодня, напомнить, что единство наше с вами – силе под святым Николаем. Тот, кто нас сегодня своим покрывалом превращает в могущественные силы борьбы за будущее. И я хотел бы напомнить, что Потемкин, князь Таврический, делал все возможное, чтобы город Николаев, его слава была в веках. И я хотел бы, чтобы эти слова были пророческими навсегда. Слава городу Николаеву! С днем рождения! Счастья, добра и успехов всем! Победа! Слава городу Николаеву! Слава Николаеву! Еще раз нашим вами днем рождения! Слава Николаю Петровичу Круглову, главе Николаевской областной государственной администрации. Уважаемые николаевцы, маленькие, взрослые, мужчины, женщины, убеленные судинами, я с большим удовольствием хочу поздравить вас с праздником города, поздравить вас с общим нашим праздником. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья. Я люблю всех вас, всех николаевцев, больших, маленьких. Хочу, чтобы у каждого из вас было много счастья. Особенно хочу поздравить с этим праздником наше будущее, нашу молодежь, которая на сегодняшний день больше всего находится на этой площади. И для того, чтобы выделить часть нашей золотой молодежи, я хочу поздравить двух наших действительно золотых людей. Это та молодежь, которая заставила всегда, получая победу, золотые медали, чтобы на флагштоке высился флаг нашего государства и звучал гимн нашего государства. Поэтому разрешите мне от вас, от вашего имени вручить ценные подарки нашим чемпионам, тем, кто носит золотые олимпийские медали, Саше Сатину и Илье Кваше. С праздником всех вас и их также. Спасибо. И аплодисменты всего Николаева. Аплодисменты спортсменам. Аплодисменты гордости нашего города и нашей области. И ответное слово спортсменам. Ну, во-первых, хотелось бы поздравить всех николаевцев с праздником. Да, действительно, наш город красивый, прекрасный, и мы все его любим. Ну, во-вторых, конечно, поблагодарить Николая Петровича, Владимира Дмитриевича за огромную поддержку, которую они оказывают нам. Действительно, если бы не их поддержка и понимание, не было бы нас, не было бы наших медалей. Ну и, конечно, хотелось поблагодарить организаторов этого праздника.
партию регионов и всех, кто в этом участвовал. Спасибо вам. С праздником. Добрый вечер всем. Я присоединяюсь к словам благодарности и к всем словам Ильи. Я еще хочу сказать, что я думаю, это только начало спортивного пути. Мы еще покажем, на что способны. С праздником всем. Николай, поддержим наших ребят. И огромное спасибо нашим спортсменам, руководству города области и народному артисту Украины Владимиру Гришко. Николай, покажите, как мы умеем встречать. Вот так вот. Вот, Николаев! И все почетные гости. Ну что, дорогие друзья, сейчас, я думаю, настало самое время немножечко изменить вектор нашего концерта. И я хочу, чтобы на этой сцене появились два очень известных и в нашем городе, и в Украине человека, которые и продолжат дальше программу. Я приглашаю вас своими аплодисментами встретить на этой сцене Егор Крутоголов и Юрий Тазарачев. Прошу вас, в белых пиджаках. Ну-ну-ну-ну-ну! Добрый вечер! Добрый вечер, шановные! Николаев, с днем рождения! Стиль людей сегодня, стиль людей. Слушай, Егор. Ты с тех пор, как переехал в Киев, я смотрю, совершенно забыл русский язык. Розумієте, Юрко? Так. Справа в тому, що відомий діяч мистецтва повинен розмовляти виключно державною мовою. Тим більше, що сьогодні на площі багато людей, які зовсім не розуміють російської. Ти знаєш, Єгор, якщо на цій площі є люди, які не розуміють русский язик, вони, скоріше всього, взагалі нічого не розуміють і сьогодні проведуть ночь в міліції. Но если ты хочешь, мы можем каждый вести на том языке, на котором нам удобно. Дуже добре. Почнемо. Почнемо. Дорогие друзья. Шановні друзі. Сегодня прекрасный праздник. Сьогодні Пасха? Нет. Сегодня день города Николаева. Тоді з днем народження, рідне місто! Спасибо, друзья. К сожалению, на наш праздничный концерт не приехали такие артисты, как Леди Гага, Баба Ржака, 50 Cent, 4 гривни, Мерлін Менсон, Олег Тягнебок, и Квест Пістолс. Танцюючи приду. Николай, помогайте! Это ваша песня, родная. Я хочу тобою, тобою.
праздником вас! Вы знаете, неделю назад партия регионов проводила турнир по футболу среди ребят, которые проживают на территории города Николаева, но которые являются фактически людьми другой национальности. Я бы хотел сегодня на эту сцену пригласить футбольную команду, команду болгарской молодежи, которая победила в этом турнире. Ребята, на сцену выйдите, пожалуйста. Давайте, это те ребята, для которых город Николаев стал вторым домом, а может быть и первым. Я бы хотел их еще раз поздравить от партии регионов. Пожелать им всего всех успехов, которые бы они могли и хотели бы добиться. Я надеюсь, что они не будут останавливаться на достигнутом. Эти ребята очень много делают для города Николаева. Они очень много работают в спорте. Поехали. Издеваетесь? Ну, издеваюсь. Поздравляйте, Ирина. Поздравляйте наш пункт. С днем рождения, любимый город. Ну, все что-нибудь. Пожелайте чего-нибудь. Любви, счастья, долголетия. Прекрасных семей и детей. Спасибо. В Украине ближе всего, чем все остальные. Добра вам, счастья, хорошего настроения и прекрасного концерта! И то, что Николаеву подарил Владимир Сальдо, у меня в кармане, я там слышал. Да. И я его внесу в бюджет города, чтобы у нас был с вами бюджет города. 1 млрд 95 млн 200 гривен. Это еще один вклад в развитие нашего города. С праздником, дорогие друзья! Спасибо, Владимир! Праздником! На следующую субботу, день города Херсона, Владимир Дмитриевич будет в Херсоне. Приезжайте к нам тоже. Приедем, Владимир Дмитриевич. Спасибо большое. Праздником! Ура Николаеву! Ура! Я знаю, что Николаев — это самый лучший город в Украине. С днем рождения вас! Марлючика, ветер в поле.
Кино, поехали, поздравляю, с днем города. Всех с днем города. Ну, всех горожан. Один. Горожан, удачи, счастья. Раз. Любите друг друга. Один.